играть 24 часа в Скулбоя! Сёма! Ты чё, с ума сошёл? У нас и день, и ночь пройдет! Ага! Именно это я и хочу сделать! Мне кажется, это будет очень сложно! Я вообще не понимаю, что вы хотите этим проверить! У меня просто есть одна теория, поэтому время пошло! Ого! У нас еще в это время будет таймер? Окей! Но как ты видишь, у нас посередине есть читы! Это нам, конечно, не нужно! Прямо сейчас мы их просто выключим! Ага! Потому что читерить мы точно сегодня не планировали! Будем играть честно! А для этого нужно просто ввести пароль Андрей2002. Ага! И читы в терминале просто выключить! Кстати, парни, смотрите! У нас, если что, сегодня число 18 мая 2015 года! Парни, а вы что, думаете, что у нас еще и дата поменяется? Не знаю, нужно это проверить, но если что, читы я уже выключил. Ага, как ты видишь, сейчас у нас на экране больше ничего нету. Дату мы запомнили. А теперь предлагаю просто посмотреть, что у нас здесь есть. Борис, а что мы здесь не видели? Мы же в эту Скулбой уже играли очень много раз. Ага, даже играли с читами. Боже. Сейчас, конечно, мы знаем, то, что батя сидит, смотрит футбол. В комнате у нас, конечно же, тоже нет ничего нового. Мы уже все это абсолютно видели. Осталось только еще проверить маму. Она там готовит или нет? Ну, Борис, мне кажется, что да. Но мы все равно в этом должны убедиться. И несколько раз будем проверять нашу теорию. Сёма, а ты мне скажи вообще, что у тебя за теория-то? Что ты задумал? Короче, мне кажется, что если 24 часа играть в одну катку, то 100% у нас получится выиграть. Ты имеешь в виду, если мы ничего не будем делать? Да-да, именно. Так, будем просто сидеть и читать эти книжки. Офигенно ты, конечно, придумал. Сёма, ты понимаешь, что за 24 часа мы все эти задачи решим точно очень много раз? Ага, поэтому я готов это сделать. Ну чё, приступим? Только ты, кажется, комп забыл выключить. Если к нам родители придут, они нас сразу спалят. Ой-ой, парни, сори, об этом немного подзабыл. Все, выключили. И теперь продолжаем. Ага, как ты видишь, время у нас идет. Только мне кажется, что его нужно немного ускорить. А то 24 часа видео будет слишком длинное. Ага, и не очень-то уж и интересное. Ха-ха, ну ладно, давайте тогда просто ускорим. Парни, вы просто не представляете, как долго идет время. Я уже реально решил абсолютно все эти задачи. Кубик, а сколько прошло времени? Прошел уже ровно 1 час. Сейчас время 13:28. Ага, а мы начали вроде бы в 12:27. Да, Борис, поэтому я и говорю, что прошел ровно час. Так-то мама пошла поливать цветы. Нам желательно перед ней не спалиться. Ага, поэтому будем просто сидеть в комнате. И на самом деле сидеть в комнате меня уже просто достало. Кубик, не переживай. Мне кажется, мы сейчас можем выйти. Потому что мама ушла поливать цветочки. Так а какая разница, мы все равно делать ничего не будем. Стоп, Сёма, ты что задумал? Думаю, можно все-таки эту вентиляцию выключить. Не-не-не, мы договорились, что мы вообще ничего не будем делать. Поэтому никакую вентиляцию, никакие предметы мы подбирать не будем. Ну ладно, как скажешь. А что тогда будем делать? По всей видимости, придется просто дальше сидеть тусоваться в этой комнате. Парни, а может быть это... Придумаем какое-нибудь новенькое занятие. Борис, мне кажется, что у нас этого сделать не получится, потому что Сёма придумал такие правила. Надеюсь, что вы взамен хотя бы поставите лайк. Ага, потому что это знание какое-то сложное. Вот я бы показал, как надо. Это очень интересно. Там точно в конце будет настоящий экшен. Угу, я в этом вообще нифига не уверен. Парни, вы здесь? Ага, я вот все еще сижу и смотрю на время. И что, сколько там уже накапало? Сейчас время уже 16:29. А это что значит? Что это значит? То, что мы здесь уже сидим целых 4 часа. И я думаю, то, что сейчас нужно хотя бы выйти из комнаты и посмотреть, что новенького. Стоп, а где батя? Он ушел посмотреть телефон, а я гляну его в футбол. Офигеть, и как он его смотрит? Здесь же вообще ничего не понятно. Ну не знаю, походу у бати там свой вайбик. Ага, это я уже понял. Так, ладно, погнали, вернемся обратно в комнату. В смысле? Мы же даже за мамой еще не проследили. Сёма, мы ее и так видели. Она несколько раз пробегала поливать цветочки. Ага, я насчитал где-то 3 или 4 раза. Ну что тогда, будем просто сидеть дальше. По всей видимости, да. Что нам еще остается делать? О, окей, тогда снова немножечко. Ускоримся. Парни, ну чё, у нас там что-нибудь поменялось или нет? Я вообще даже не представляю, что у нас должно поменяться. Давай просто еще раз выйдем, еще раз посмотрим. У меня вообще есть такое предчувствие, что никаких изменений не будет даже через 24 часа. Ага, возможно, так и есть. Только мы решили заглянуть к бате, и он сразу решил пойти в туалет. Чудо совпадение. Ха-ха, нифига себе,
вообще? Это, походу, первый баг в игре. Тёма, ты чё, совсем глупый? Какой нафиг баг? Это просто реально так совпало. А, да? Ну ладно. Парни, напоминаю, уже прошло больше 10 часов. Ага, это я уже понял. Я вам что-то скоро собираюсь спать. Кубик, сон для слабаков. Давай будем играть дальше. Не-не-не, на такое я точно не подписывался. Если ты хочешь, можешь дальше просто сидеть один. Кубик, да ладно. Давай хотя бы парочку часиков посидим. Дождемся до 12 часов. Окей, но только после 12 часов я точно пойду спать. Договорились? Окей, посмотрим. Так, ладно, а что вы хотите сейчас делать? Сейчас, погоди, я дождусь, пока батя уйдет. Ой. Потом. Да-да-да. Будешь пересказывать. Хорошо, что договорились. Все, блядь, сюда! Нифига себе! А я пока с вами позарил, я даже совсем пропустил тот момент, то, что к нам должен был зайти батя. Ага, я тоже! Я уж на самом деле хотел пойти его проверить! Хорошо, что ты хотя бы этого не сделал, потому что палиться нам здесь точно нельзя! Если вы не спалились, это было бы очень обидно! О, смотри! Мама пошла поливать цветочки! Ага, прикольно! И что дальше? Ха-ха! А может быть, пойдем и найди как-нибудь. Не-не-не, Борис, давай мы лучше не будем отходить от нашего плана. Потому что если мы сейчас зафейлимся, будет прям капец как обидно. Ну да, согласен, ведь мы так уже провели больше 10 часов. Я на самом деле не знаю, сколько точно прошло времени, но вы все видите на своих экранах. Ха-ха, Кубик, я тебе скажу, там больше 10 часов. Ага, спасибо, это я и сам знаю. А что ты тогда говорил, что не знал? Я тебе просто решил подсказать. Да уж, Сёма, все с тобой понятно. Походу, через 10 часов у тебя мозг вообще перестал работать. Ха-ха, это было смешно. А ну-ка, хорош базарить. Пойдем посмотрим за мамой. Сама, в смысле? А что ты хочешь там у нее посмотреть? Ну, мы же там еще не были. Мы вот только к бате заходили, а он потом решил сразу пойти в тубзик. Ну, да, я это помню. А теперь нужно еще проверить, что там делает мама. Вроде бы опять все то же самое. Ну да, потому что за эти 10 часов у нас точно ничего не изменилось. Батя ходил в туалет. А мама ходила, поливала цветочки. И все. Да уж, если мы сейчас просидим так 24 часа и вообще ничего не поменяем, я не знаю, что я с вами сделаю. Кубик, ты чё? Это же просто эксперименты! Ага, только они какие-то так себе! Ладно, буду дальше решать задачки! Парни, у нас уже прошло ровно 12 часов! Не-не, Кубик, подожди! Вот! Сейчас прошло ровно 12 часов! Офигеть, я просто в шоке! Хотя бы сейчас-то что-нибудь изменилось? Ха-ха, не знаю, Кубик, но мне кажется, что да! Нужно просто это проверить! Окей, как скажешь. Сначала зайдем к маме, она все так же готовит. Что можно готовить 12 часов, я даже не представляю! Ха-ха, а батя, наверное, 12 часов смотрит футбик. А где батя? Я тоже не понял, он же был где-то здесь. Ага, и двери все закрыты, то есть он должен быть прямо сейчас в этой комнате. Подожди, я пока что нифига не понял. Ха-ха, смотри, опа-на, он походу еще разговаривает. Стоп, но мы же только что своими глазами видели, то что там никого не было, а он сказал, что хочет в туалет. Чего, кто-нибудь что-нибудь понял? Кубик, я пока что не врубаюсь, давай попробуем послушать шаги. Ага, судя по таймингам, они вроде как уже должны быть. Но я пока что ничего не слышу. Ха-ха, Кубик, походу батя уже запаковался. Я же говорил, начнется какой-то экшен. Парни, а что будем делать? Будем выходить или нет? Я бы не хотел. Да ладно, пофиг, погнали, рискнем. О, смотри, даже дверь закрыта. Ага, то есть это получается, что батя в туалет все еще не ушел. Окей, давай тогда просто выйдем и посмотрим. У него еще звонил телефон, а в комнату он также не отправился. Чё-то я пока не понимаю. А ну стоять! Ой, чё? Что? Где батя? Чего, блин, это что вообще происходит? У меня сейчас бегают мурашки, у нас есть звуки погони, а батю я не вижу. Я предлагаю спрятаться в шкаф. Хорошая идея, немножечко отсидимся здесь, потому что я пока что вообще ничего не врубаюсь. Как это вообще происходит? Кубик, а что если у нас через 12 часов реально сломалась игра? Я не знаю, Борис, пока что вообще ничего не врубаюсь. Давай просто попробуем выйти. Стоп. Давай бегом всё вокруг дома. Как это произошло? Кубик, там из-за тебя сейчас придется просто бегать. Из-за меня? Ну это ты сам устроил какой-то челлендж, из-за которого у нас просто батя залагал. Нет, я вообще не виноват. Кстати, мама там правильно, она все еще готовила. Угу, это я уже понял. Давай, зато давай, батя нас быстрее просто контролирует. Ну что это только что?
это было? Я вообще не понял. Реально, Борис, с этой игрой через 12 часов происходят какие-то очень странные вещи. Кстати, Кубик, я еще понял один баг. У нас прошло 12 часов, сейчас должна быть ночь. А на улице все еще день. Реально? Бледный круг. Мне кажется, что это не баг. Ага, ну если это так есть, то фича на самом деле так себе. Короче, парни, давайте уже просто как можно скорее добежим. Ха-ха, и чё, будем дальше сидеть 12 часов? Не, Сёма, дальше вы сами будете как-нибудь сидеть, а я, пожалуй, пойду лучше спать. Молодец, теперь быстро уроки учить. Я бы тоже не отказался. Сори, парни, это вы придумали такой челлендж, поэтому дальше сами и сидите. Вот, блин, походу Кубик решил нас просто кинуть. Не-не-не, Борис, я изначально сказал, что я в этом участвовать полностью не собираюсь. Я что, совсем дурак? 24 часа просто сидеть за компом. Кубик, это что, получается, что я дурак? Не знаю, Сёма, если хочешь, можешь считать именно так. А я пока что пошел спать. Все, можете тут оставаться, я попер. Борис, и что дальше будем делать? Есть идеи? Не знаю, как ты, а я тоже лучше пойду немножечко вздремну. Вы что, меня вообще одного хотите оставить? Сёма, ну ты же сам придумал такой челлендж. Окей, я вас понял. 11 часов спустя. Да блинский блин, я не понимаю, когда они уже придут? Сёма, ты про кого? Я уже здесь. Ага, и я тоже вернулся. Парни, ну что, как у вас дела? Нормально. Только я немного устал. Так, давай взглянем на время. 11 часов 28 минут. Кубик, это что, получается, остается последний часик? Ага, все правильно. А где батя? Ой, я не понял. Это как-то странно. А футбол у него все так же работает. Стоп, а здесь лежит ключ? А раньше он тоже был? Нет, Кубик, я точно помню, что его не было. Мы ведь уже заходили в эту комнату. Перемотай видос и пересмотри, и напиши это обязательно в комментариях. Ага, а я пока что пойду, поищу нашего батю. Только в этот раз он точно у нас не забаговался, потому что мы даже к дивану стоять подходили и никого не видели. Стоп, что это сейчас только что было? Кубик, походу батя все-таки нашел нас. Ага, а почему он снова какой-то невидимый? Кубик, я не знаю, есть такое чувство, что с ним что-то случилось. Ага, и пожалуй, мне лучше просто спрятаться в шкаф. Давай сразу в него залезем и лучше высовываться не будем. Кубик, это нас все равно не спасет. Вот вы ведь понимаете, мы только что просто стояли в коридоре и появился откуда-то батя. Точнее, он не появлялся, а просто началась погоня. И это на самом деле было как-то очень странно. Вы это понимаете? Кубик, я же тебе с самого начала говорил, что в конце будет просто какой-то экшен. Ага, а это мы сыграли еще всего лишь 23 часа. Интересно, что будет через 24? Там, наверное, вообще капец. Ну не знаю, Сёма, ты там вообще говорил то, что можно будет как-то пройти эту игру? Это были только лишь мои предположения. На самом деле, я не знаю. Окей, но остается совсем немножко времени, и мы, конечно же, увидим ту самую концовку. Ха-ха, Кубик, ты чё? Думаешь, что мы вообще разблокируем какую-то новую концовку в игре? Не, Борис, я имел в виду концовку этого видео. Так, у нас все еще идет музыка погони, поэтому я лучше просто посижу на кровати. Да не, Кубик, мне кажется, можно выходить. Батя уже точно не будет. Ага, а почему тогда играет эта музыка? Вы же тоже ее слышите? Да все, хорош келиться. Погнали, уже выйдем и проверим. А может лучше просто дождемся, пока у нас музыка закончится и все? Не, Кубик, она так просто точно не закончится. Давай, выходи. Ёк-макарёк, ладно. Давай просто на улице посмотрим. Вроде бы ничего у нас не изменилось. Попался! Он нас снова поймал. Давай, ага, быстро, 20 приседаний. Подожди, а где батя? Кубик, я не знаю, но он начинает читать. А вот сейчас я прикола вообще не понял. Реально, он читает даже приседания, но здесь никого нету. 7, 8, 8. Это я уже понял. Ну, кстати, он еще и читает, правильно? Если мы начинаем приседать быстро, то он начинает читать заново. Ага, давайте просто так, не пронести. Это я уже понял, но где он находится, я не понимаю. 18, 19, 20. Так, нет, ладно. У нас наконец-то наши приседания закончились. Хорошо. Сейчас мы вернемся в комнату. Кубик, я тебе хотел напомнить. Батя нас уже 2 раза поймал. Ой, точняк. Это получается, что 3-й раз нам палиться точно нельзя. Иначе мы просто проиграем. Я не хочу ради этого потратить 23 часа. Согласен, это будет максимально глупо. Тогда просто сидим и не рыпаемся. Осталось меньше часа. Потому что таймер вы прямо сейчас видите на своих глазах. Ох, парни, давайте просто немного ускоримся. 1 час спустя. Парни, посмотрите на таймер.
Ага, остается буквально еще пару минут, и наконец-то в этой игре пройдет целых 24 часа! Ха-ха, парни, давайте заглянем в компьютер! А почему дата осталась та же самая? На самом деле, я так и думал, то, что она у нас так и не поменяется! Окей, тогда погнали посмотрим, что еще изменится! Вы это видите? Ага, у нас с какого-то фига открыты ворота. Ха-ха, парни, походу настоящий шанс смыться. Так, погодите, мы должны все проверить. Батя у нас на месте, хотя еще несколько минут назад он был невидимый. Ага, теперь нужно посмотреть за мамой. Она у нас тоже здесь. И окошко открыто! А мы, если что, вентиляцию не отключали! Ха-ха, и смотри, еще и дверь открыта! Так, подождите, я правильно понимаю, что мы сейчас можем просто свалить? Да, Колик, срочно уходим! А у нас, между прочим, остается последняя минута и пройдет ровно 24 часа! Ага, реально, остается последние 30 секунд, и мы просто сваливаем! Ой, кажется, нас спалили! Борис, мне кажется, что сейчас нам желательно просто ускориться! О, началась какая-то концовка? Чего? В смысле? Я вообще-то... О, прошел игру! Ага, и как ты видишь, время прохождения у нас ровно 24 часа! Ха-ха, Коби, это же вообще крутяк! Но я на самом деле все еще не понимаю, как это вообще все сработало! Самое главное, что у нас все получилось! Я же вам говорил! Ага, согласен, и это действительно просто какая-то фигня! Зато мне кажется, что это видео 100% заслуживает лайка! Потому что мы на него потратили капец как много времени! А лайк можно поставить за одну секунду! За одну секунду подписаться на канал, ну и конечно же нажать на следующее видео, которое здесь уже появилось. Нажимай на него скорее!